Вернемся к главной теме нашего выпуска. В Твери начал работу новый детский сад на улице Планерная в Заволжском районе. Он построен в рамках национального проекта «Демография». Рассчитан на 150 мест. В нем 8 групп, каждая из которых оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. В День знаний образовательное учреждение посетил губернатор Игорь Руденя. Глава региона осмотрел ясельные и средние группы, пищевой и медицинские блоки, спортивный и актовый залы. Для семьи актера Тверского академического театра драмы Геннадия Бабинова открытие детского сада на улице Планерная в Твери стало долгожданным событием. В семье Геннадия трое детей, двухлетний сын совсем скоро пойдет именно в это дошкольное заведение. Геннадий вместе с супругой живут в Заволжском районе и очень рады, что удалось найти детсад рядом с домом. Появился такой новотехнологичный, красивый, замечательный детский сад с замечательным персоналом, руководителем. Было приятно уже познакомиться с сотрудниками этого детского садика. Вот. И желаем, естественно, этому садику процветания, да, чтобы все здесь было хорошо и чтобы здесь была самая прекрасная атмосфера. Новый детский сад рассчитан на 150 мест, здесь 8 групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство. Арт-дворик, да? Двор – это любимое место, где любят находиться дети. Арт-дворик – это двор, где можно проявить художество, творчество, все свои замыслы, фантазии. Вот. Это говорит наша площадка для творчества, да, на улице. Это фантастический музыкальный зал, вы сами видели, который настраивает на лирическое настроение. Этот и другие залы в ходе визита в учреждение осмотрел глава региона Игорь Руденя. Губернатор побывал в ясельных и средних группах, пищевом и медицинском блоке, других помещениях. Очень нестандартно подошло руководство города к оформлению детского сада. Предложили творчество, душу, все, знаете, свое, как для своих детей сделали. Это видно по всем помещениям, по территории, по благоустройству. Видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Также к 1 сентября в эксплуатацию введены новые детские сады в Торопце и селе Бурашево Калининского района. В День знаний в них проходят дни открытых дверей. В 2020 году в Тверской области было введено в эксплуатацию 5 детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Всего за прошедшие 5 лет в Верхней Волжье появилось 11 новых дошкольных учреждений на более чем 1000 мест.